городской логистический центр. Мы формируем стратегические запасы продовольствия. Поступают грузы от всех наших городов-побратимов, практически со всего мира. Я благодарю всех, кто оказывает нам помощь. С этого склада мы развозим его по району. В районах созданы свои центры запасов на случай того, если нам необходимо будет помогать людям и обеспечить их продуктами питания. Точно такой же склад у нас создан, и формируются запасы медикаментов на случай активных боевых действий. Я уверен, что при такой поддержке и помощи наших друзей со всего мира Одесса будет обеспечена всем необходимым.